В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся семинар по проекту «Учитель-исследователь». В его работе приняли участие педагоги школ города, преподаватели кафедры педагогики и кафедры психологии Елабужского института КФУ. В процессе работы учителя и преподаватели вуза выявили проблемы, которые характерны для современной школы. Собравшиеся вместе также искали ответы на вопросы, как повысить уровень учебных достижений школьников. Можем ли мы этот класс всех учеников разделить по потенциалу возможных достижений в различных предметных областях. Участница проекта «Учитель-исследователь» Ольга Белова с большим интересом включилась в работу. Цель проекта сотрудничества школы и вуза. Тема выбрана очень интересная. Определены цели и задачи нашего проекта. Необходимо будет продиагностировать достижения школьников, их стартовые возможности. В планах у организаторов утвердить инструментарий исследований, отобрать методики, технологии, которые затем будут внедрены в школы города. Анна Глазунова, Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, Универньюз.